Всем привет, друзья, с вами Нильфгорн, это Замки и Королевства игра, и мы продолжаем, и у меня теперь, ну-ка, хорошая новость и для меня, и для вас, у меня лицензионная версия, наконец-таки я выпросил у разработчиков эту игру, и они мне ее дали, самая последняя версия. Видите, я здесь немножечко даже графику изменил, он теперь так более качественно все выглядит, прорисовано, наверное, детализировано как-то, ну так, приятнее, намного приятнее, по крайней мере. Это очень-очень круто. Версия у нас 104S вот здесь вот наверху есть, в верхнем правом углу. И, ребят, если вам нравится видео по этой игре, то обязательно ставьте лайки, потому что каждый ваш лайк провоцирует меня к созданию новых видосиков и более интересных. Так, стоп. Как вот здесь теперь? Ну-ка. А, вот так вот теперь закрывается. Видите, даже изменилось. Раньше с дверькой-то было по-другому. Ну и получше, наверное, на мой взгляд -то. Так что, ребят, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и давайте набираем, если 200 лайков, то следующая серия выходит как можно быстрее. Ну а мы продолжим развиваться. Если вы помните, то в этом сезоне я в какой-то степени развиваюсь так, чтобы отбиваться от всех атак. От первой атаки викингов, варваров я отбился, но теперь надо дождаться следующей атаки. Здесь нужно будет постараться, но все-таки мы именно постараемся, да? Так что давайте продолжим. Кстати, изменения, какие еще изменения у нас здесь появились? Это появилась еще одна построечка. Вот, вот такой вот памятник. Я так понимаю, это, то есть, какой-то лорд Леви. Можно его установить и, скорее всего, Guardian of the Forest. Охранник лесов, типа того. Я не знаю, что он даст, но... Ну ладно, посмотрим. Вот и следующие викинги, кстати, прям как моментально. И сразу же здесь гигант. Давайте мы замедлим и, наверное, вот так вот. Непривычно мне. Раньше с дверькой-то было... Так, давайте вот так вот. С дверькой-то было поинтересней. Ладно, посмотрим, как мы справимся с гигантом. Потому что его мы можем и не убить. Не такое большое количество пушек у меня, к сожалению. Так, мне нужны свободные люди. Нужны свободные люди для того, чтобы... 10 человек... Нет, давайте мы закроем. Так, для того, чтобы как раз-таки обеспечить... Все эти вышечки, башенки. Вот видите, вот с этого угла сейчас будут нападать. И с этого угла как раз таки у меня людей мало. Ну ладно, мы давайте даже попытаемся построить. Не знаю, получится ли у меня это. Мы даже вот так вот давайте ускоряемся. Как бы еще. Блин, как бы еще буст. Ну хотя нет, я не вижу, как еще можно ускориться. Хотя можно вот так вот сделать. Оп. Оп. Так, отлично. Ускорились. Так, где они? Высадились уже. Ого-го. Гигант уже идет. И на самом деле плохо, что он идет самый первый. Да, они тут у нас поджигают. Ну, имеется в виду... Есть, есть, есть. Убиваем гиганта. Мне даже дали ачивку. И враги, конечно же, сразу отступают. У нас сейчас все сгорит. Нет, нет, нет. Они что-то бегают вокруг, я не понял. Они не отступают, они бегают вокруг, что-то суетятся. Так, у меня сгорел же уже первый склад. Мы давайте его убираем и сразу же ставим второй, прям моментально. Так, следующее, что у нас сгорело. Рубл. Хавл рубл. Это у нас что такое вообще? А, это, наверное, домик. Так что давайте его тоже уничтожим. Он мне уже не нужен. И здесь у нас склад, по-моему, сгорел, да? Да, ребят, по-моему, склад сгорел. Так, все, они уже, собственно говоря, отходят, потому что они проиграли, они ничего не выиграли. Но здесь, по-моему, у меня склад, ребят, был. Реально склад же был. Так, давайте вот здесь вот открываем. Опен, здесь все закрываем, да? Прям вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп. Блин, жалко, какой-то кнопочки нету, да? То есть вот здесь вот вообще можно разрушить. Здесь нужно ворота поднимать. Так, свободные люди сейчас очень в большом количестве нужны будут. Так, и вот так вот. Так, здесь, по-моему, все-таки был склад. Дракон летит, блин.
Не вовремя. Я за кадром просто открыл, ну, чтобы вас не мучить этим. Так, давайте здесь, наверное, коттедж. Коттедж. А, здесь не склад, здесь именно домик был. Окей, без проблем. Мы сейчас еще, наверное, один домик ставим. И здесь как раз-таки вот рядышком еще ставим вот такой вот домик. У нас как раз-таки не хватает сейчас людей. Катастрофически, я бы сказал. Точнее, даже не то, что хватает людей, а как раз-таки жилья не хватает для людей. Так что, ребят, нужно как можно больше. Так, стоп, а вот здесь вот где-то у меня же вроде был склад. Или я ошибаюсь? А, ну вот же он рядышком, господи, ну что ж я такой невнимательный-то. Кстати, в котором ничего не лежит. Потому что здесь все заполнено. Почти заполнено, они до сих пор не могут принести. Дракона стреляет, конечно, но как-то он не летает просто надо мной его, да? То есть, смотрите, сейчас продуктов сколько пропадет. Эх, поле зажгли. Так, ну ладно. Здесь пускай строится. Вот сейчас залп, ну же. А, я знаю, 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 почему у меня нету. Почему у меня так мало стреляет. А людей-то не хватает на все вышки. Ребят, людей-то не хватает на все вышки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ну ладно, ничего страшного на самом деле. Сейчас мы это все исправим. Так, давайте я отключу вышки. Так, есть, вышки отключил. Как раз таки вот все, которые свободные были, ушли сейчас на строительство. И я, наверное, сейчас сделаю упор на строительство как раз таки, чтобы построить несколько домов, чтобы обеспечить себя большим количеством людей. Потому что что-то без людей как-то вообще печально. Так, с едой у нас, ну, она как-то вроде бы нет-нет, но в плюс уходит. И ладно, то есть то, что мне сейчас не хватает людей, чтобы таскать все предметы, это, конечно, да, но это... Вот давайте вот так вот сделаем. Это не так критично, что ли. Сейчас вот домик построится, рано или поздно, когда-нибудь они принесут все предметы сюда. Не знаю, почему до сих пор не принесли, меня это даже очень-очень странно вообще для меня это. Так, здесь у нас... Дерево полное. Его... Я не понимаю, его... Ну, его просто не притаскивают. Вот, вот так вот будем считать. Ладно, окей. Окей, вот на данный момент только 4 человека освободил, чтобы заниматься переноской или еще чем-то. Ну, вы понимаете, да, такое. Так, давайте мы прям вот сразу же. Оп, оп, вот так вот. Еще пару домов. Еды у меня должно хватать, то есть... Проблема в том, сейчас вот еда, видите, она остается на полях очень много еды. Они ее не всю утаскивают. И это не очень хорошо, это печально на самом деле. То есть и это все только из-за того, что людей просто не хватает для переноски. Вот и все. Ну ладно. Сейчас я надеюсь, ну... 13 дерева не могут принести, понимаете? 13 дерева не могут принести. Они не рубят здесь, потому что некуда складывать. Давайте освободим тогда людей, раз не рубите. И здесь даже освободим, потому что, ну, если вы не занимаетесь этими делами, то зачем вам тогда этим вообще страдать, да? Мне нужно... Знаете, что нужно мне? Мне нужно где-то вот здесь вот, наверное. Здесь или... Или вот лучше, наверное, вот здесь вот. А лучше еще давайте я вот так вот сделаю. Вот так вот. И раз, два, три... 5. И вот здесь вот построю склад. Большой склад, который будет нам хранить здесь довольно-таки большое количество ресурсов. Для того, чтобы я мог в любой момент, если мне нужно будет, отсюда их взять. Для строительства домов или других каких-либо зданий. В принципе, это логично. Как раз здесь складов нет, пускай они перетаскивают все сюда. А вообще у меня складов, собственно говоря, вот он. Вот один склад и вот склад. Все. Ну, понимаете. В общем, со складами проблема какая-то прям. Так, здесь у нас опять же вот в этом... Вот в этот склад я не знаю, почему еду не приносят. Я не понимаю. Типа для меня это загадка немножечко. Так, пекарь здесь дофигища. Он печет, он прям занят конкретно. Так что, наверное, я еще одного... Еще одного пекаря построю.
вот сюда вот воткну. 16 человек у нас есть свободных. Стоун Масоун, давайте-ка мы его, наверное, куда-то вот сюда воткнем, да? И здесь дорогу вот так вот проведем. Вот так вот. Я, честно, вот это вот голодание людей немножечко не понимаю. Типа, еды, ну, просто тонны, да? Ну, вот, вот, я вижу прям, еды много. Но они то ли ее не приносят, то ли и еще что. Вот этот момент, конечно, непонятен немножко. Ну, ладно, ладно. Раз так, так так. Сейчас людей должно стать достаточно приличное количество. Конечно же, из-за этого поднимется рост потребления, так скажем, да? Но это неплохо. Так, вот здесь бы... Вот здесь бы мне не вот так вот сделать, да? А вот, смотрите. А сделать вот так вот. Раз. И... Оп-оп-оп-оп-оп. Оп, дороги соединились. По-моему, так... Так прикольненько, да? Отлично. Отлично, отлично. Не хватает чаркоила, но мы его потихонечку делаем в большом количестве. Довольно-таки пытаемся разогнать производство, но оно так слабовато разгоняется, правда, но... Ну ладно. Так, здесь где-нибудь... Хотя здесь рядом вода есть. Ну ладно, не буду пока что здесь ничего делать. 18 человек в плюс идет у меня сейчас на данный момент. Как раз таки... Как раз таки я вот смотрю, что все поля-то и освобождаются. Нет? Ну почти, почти. 25 человек свободных есть. То есть вот, видите, и то все они не успели перетаскать. У нас чума. У нас чума, у нас начинают лечить. Надеюсь, успеет всех вылечить. Посмотрим, что из этого получится. Так. Дальше, дальше, дальше. Дальше церковь. Бабахаем сюда церковь. Здесь и здесь готово. Так, дальше. Железо добывается. Я бы, наверное, потихонечку даже вот здесь вот так вот начинал строить. Почему бы нет, да? Стену. Так, посмотрим сейчас, ладно. Так, вот здесь где-то... Стоп, где-то я, да, хотел поднять. Раз, два. Ферма сломалась у нас. Окей, без проблем. Восстановим сейчас. Так, готово. Церковь построить. Так. Здесь все хорошо, здесь... Здесь вроде тоже все неплохо. Есть такая вот кнопочка еще. Типа вот здесь вот, вот недовольный. Один. Его нужно, наверное, убирать потихонечку и переносить сюда дом. Куда-то сюда. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Так, окей, как с едой? С едой боль... Ну, еды-то навалом, только вот ее... Проблема ее переносить, видите? Вот ее носит, носит с этого склада, зачем-то туда переносит. Ну, то есть, какие-то такие непонятные моменты переноски еды. Вот сейчас 22 человека взяли еду и понесли, да, то есть, но, опять же, ее, вот видите, она пропала, с садов пропала еда. Ну так, я не понимаю, честно, я не понимаю, как тут здесь работает это все. Давайте вот здесь вот один сад уберем. И поставим один сад. Эй, а сюда не получится. Давайте сюда поставим один сад, ладно. Чуть ближе. Тут полностью большое количество людей, вроде бы, да, но как-то очень медленно они все это делают. Так. Вот так вот, наверное, будет. Почему она не отменяется? Я вроде бы жму отмену. Раз так. Вот так вот, еще два сейчас. Раз, два. Так, и здесь сразу мы построим, наверное, давайте вот две такие вышечки. Оп, оп. Здесь мы сносим. И поднимаем еще одну вышечку. Оп. И
Вот так вот. Да, дракон летит. Так, нужно включить все вышки. Я нажму на паузу и вернусь скоро. Так, я готов. Все, все вышки я опять активировал. И все вроде бы нормально. Так. Давайте мы, знаете, что сделаем? Мы вот здесь вот дорогу начнем проводить. Так, вот раз, два, три. Так, 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 так. Так, 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 так. И здесь начнем еще одно строительство. Пару домов воткнем. Ну, я думаю, должны сейчас победить мы. Все-таки людей я очень много потратил на то, чтобы... Вон, видите, в дракона как шмаль. Все, наконец-таки, есть. Ачивочку получил за убийство дракона. Шикарно. Давайте здесь сделаем тусовку. Так, хоть и денежки прибавляются, но очень-очень медленно. Можно, наверное, вот так вот сделать. Здесь можно заказать вообще вот так вот рыцаря. Рыцаря. И, кстати, вот здесь вот можно поставить бараки вообще. Вот так вот, да? Это как, простите? Окей, ладно. Окей, ладно, я просто ничего не буду... просто ничего не буду говорить. Раз так оно, то хорошо. Так, вот здесь вот недовольны. Чего у них желтые, да? То есть, ну видите, они типа... А, нету библиотеки, они типа... У них нету библиотеки, мы этим недовольны. Так, давайте вот так вот сделаем. Потихонечку будем переносить людей. Ну, серьезно. Типа, хватит. Хватит где-то здесь жить. В непонятных поселках. Так, двое человек. Так, здесь у нас четыре. И двое свободных на данный момент. Да, конечно, они еду будут сейчас таскать, но... Воу-воу-воу. А что-то у меня казна-то... Че, казна страдает? Да. Воу! Здесь прям аж красная... Он прям у него полное негодование от того, что нету. Оу. А чё они все недовольны-то? Типа, что налоги? Что налоги вот такие вот, да? Да, похоже на то. Congratulations! Я бустил сити. Я типа прошел какой-то уровень, похоже, да? На то, похоже на то. Здесь колодца нету, ребят. Колодец, колодец без проблем. Вообще без проблем колодец. То есть я прошел какой-то уровень, и это хорошо. То есть, ну, какой-то рубеж, так скажем, да? За 5 за каждого человека. Блин. Такое, честно говоря. Ферма сгорела. Сейчас исправим этот момент. Отличненько. Так. Все стены, которые... А, все, потушили. Все почти стены я поднял уже, да? Которые хотел. Отлично. Да убирайся ты. Так. 76, что-то... 76-й день, 76-й год, да? Так, опять у нас чума пришла. Что ж, ну пришла, как говорится. Как пришла, так и уйдет. Бум, да? Но не факт. Так, здесь давайте убирать камень потихонечку будем. Давайте уже заканчивайте, ну, два дерева принести. Есть, наконец-таки. Чаркоил. Проблемы с чаркоилом, но должны принести. Тут типа не должно быть проблем с этим. Так, плюс, вот смотрите. Вот это вот неправильно. То есть у них приоритет очень странный. Хотя вот несут еду же сюда сразу некоторые. Давайте всю еду перенесите, пожалуйста. С едой какая-то вот в плане переноски проблема прям. Хотя нет, смотрите, вроде бы всю еду перенесли сейчас. Да, кстати, заметили, да? То есть еды как бы не то что много, но ее теперь успевают переносить. Это нужно понимать правильно.
Так, здесь у нас 20, 0 из 25. Вот как раз-таки... переселенцы сюда должны залезть. Так, здесь у нас, кстати, счастье вообще почему-то на 51 уровне. Минус 4. Странно, почему? Ну ладно. Так. У них нету библиотеки здесь, ребят. У них нет реально библиотеки. Окей. Окей, сейчас мы сделаем вам библиотеку. Будет у вас сейчас библиотека. Будете довольны. Вот видите, нету. Здесь есть рынок. Да. Так. Но вот здесь еще, конечно, около моря. Видите, 8 счастья добавляет. Круто, круто. Так. Таверны. У меня до сих пор таверны нету. Серьезно, что ли? Это как вообще у меня нету таверны? Как нету таверн? Серьезно? Серьезно нет таверны, ребят. Как я жил без таверны? Вообще не представляю. Ну ладно. Сейчас решим это все. Так, хлеб раскупают. Кстати, вот здесь вот только медленно как-то раскупают, но в этих местах раскупают. 15 свободных людей есть. У меня можно уже начинать. Можно уже начинать строить следующий уровень. Раз, два, три, четыре. Почему? Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Типа я не понял, почему нельзя было. Ну ладно. Я просто типа... просто молчу. Так, окей. Давайте вот здесь вот. Оп. Вот так вот делаем. Здесь мы сейчас строим еще одного каменщика. Вот здесь вот запускаем еще одного каменщика. Оп. И вот здесь вот еще запускаем одного каменщика. Ну а вообще нам, наверное, пора заканчивать. Эти стены я начинаю ограждать жилой массив, закрывать его тоже. Викинги, кстати, вот под конец давайте защитимся, попытаемся защититься от викингов. По-моему, везде вышки есть, везде рабочие. Так, смотрим, с какой стороны они нападают. Ух, с необычной стороны на самом деле. Но тут самое главное что? Тут самое главное мне убить гиганта. Все остальное, честно, вот вообще по барабану. Ну а пока такое дело, мы давайте вот так вот и вот так вот. И здесь счастье еще лучше стало, потому что еды почему-то. Почему здесь нету еды? Странно. Ах ты ж. Ну ладно, это ладно. Но здесь они не успеют отбиться. Так, а где гигант-то до сих пор прется? Йоу, они просто ходят, смотрите, ходят по городу и сжигают у меня все... все подчистую. Я что-то не понял. Вы что, офигели, что ли? Хватит по городу ходить. Блин, смотрите, людей утаскивают. Ах ты ж. Я, конечно, убил некоторых, но... воу, ребят, это прямо разорение, я бы сказал. Вот эту битву я проиграл. У меня, конечно, не пробили... замок, да, но людей утащили. Ну, тут простите, тут уже простите, тут как бы со всех сторон не защитишься. Вот здесь уже со всех сторон не защитишься. Ладно, нескольких людей у меня утащили. На этом я буду заканчивать. Игру вы, напоминаю, сможете скачать в группе ВКонтакте. Заходите в альбомы, где увидите там картинки разных игр есть. И в описании игры, которую вы хотите скачать, есть ссылочка на скачку. Всем всего, удачи и пока!